Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, как бороться с внутренней агрессией. Сталкиваюсь с этим чувством чаще всего в общественных местах, где много людей. Особенно в общественном транспорте, где нарушаются личные границы. Да и в любых ситуациях, если кто-то что-то скажет в мою сторону, я уже готова избить человека. Но понимаю, что если это сделаю, будут плохие последствия. Не знаю, как контролировать себя и свои эмоции. Регулярно занимаюсь спортом. Никогда не дралась, но очень хотела бы. Иногда сама провоцировала людей. Ну, что касается злости, то, вероятно, вот этих этого чувства у вас много, много злости. Вот, и это вас отравляет. Ну, достаточно сильно отравляет вас. То есть злость — это то, что нужно прожить. Проследить за историей возникновения ее, ну, злость, я имею в виду, конечно. Вот, и дальше уже смотреть, что ее вызвало. Вот, на мой взгляд, то, что вы описываете сейчас, это результат накопления. Дальше. Что касается агрессии, то это страх. Вы чего-то очень боитесь. Скорее всего, боитесь, что вас как-то обесценят, унизят и так далее. И здесь ситуация заключается в том, что вы обижаете себя сами, скорее всего. То есть, ну вот, вы сами себя просто обижаете и сами себя унижаете. Ну, вы этого не замечаете. А когда человек вам что-то говорит, это накладывается на вот то, что вы сами про себя, ну, условно говоря, думаете, то, что вы сами про себя считаете. Вот. И получается, как бы, агрессия, потому что вам страшно, что человек узнает о том, какая вы. Вот. Ну, а какая вы? Вот это интересно и, честно говоря, не особо понятно, какая вы, ну, конкретно. То есть, вот это нужно разбирать и исследовать. То какая вы, чтобы вы нашли в себе вот этот вот червячок, который вас отравляет, и научились с ним взаимодействовать. Бороться, естественно, с чувствами никакими не нужно. Это ни к чему хорошему не приводит от слова совсем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам обращаться